Сегодня в гостях у программы «Доброй раницы» молодой и талантливый Никита Комадей с примеры песни «Ты такая красивая». Никита, доброе утро. Доброе утро, прекрасные девушки. Доброе утро всем телезрителям. Спасибо большое, Никита. Ты, оказывается, за плечами имеешь огромный багаж выступлений, фестивалей, конкурсов республиканских и международных. Почему только сейчас решился исполнить свою сольную композицию и вот так вот прямо на всю страну? На самом деле, на протяжении 10 лет уже выступаю, да. Конечно, были за плечами и конкурсы, и много побед, но вот буквально в прошлом году я начал писать песни. Ну, так сложилось, так мне пришло. Это что-то в голову спустилось, какая-то искра божья? Нет, вы знаете, у каждого артиста по-разному, конечно, но у меня вот появляется такой дзынь. То есть приходит строчка или приходит мелодия. Вот абсолютно по-разному. А первая песня мне пришла строчка, это я вот на кухне смотрю на осень, и вдруг я напеваю строчку, думаю, да, это песня. Это песня, да, кстати, очень главное, важно записывать, потому что через 2-3 часа или на следующий день ты вообще теряешь все мысли, все мелодии, и потом думаешь, ну чего не записал. Вот как-то так. Вот, что касательно композиции «Ты такая красивая», ты изначально знал, что пишешь ее для себя? Да, конечно, первая песня, вторая, да, там уже насобирался на самом деле альбом, открою вам секрет. Вот, первую песню я писал для себя, исключительно это моя история о моей жизни, ну и пока не планирую писать для кого-то. А первая-то она и есть, ты такая Нет, красивая? Первая песня была другая, она более подвижная, мы, скорее всего, ее выпустим второй. То есть, да, а с первой мы решили начать вот с этой медленной. Планов громадье, я смотрю. Да, очень много планов, да. Январь пойдет, и мы начнем работать над материалом. То есть все очень расписано, насыщено. Никита, ты говоришь, мы будем. А мы — это кто? У тебя есть команда? Потому что я, насколько знала, ты самостоятельно занимаешься продюсированием. Нет, я хотел сказать, да, о том, что у меня есть команда. У меня есть продюсер, у меня есть пиар-менеджер, у меня есть графические дизайнеры, у меня есть люди, отвечающие за фотографию, за обработку. Целая команда работает вместе, и очень важно, когда есть команда. То есть один не справишься никогда. А правильно называется тебя self-made артистом? Вы знаете, self-made, ну, подразумевает под собой... Сделал себя сам, да. На самом деле, я бы назвал себя made in Nelly Ambarzumyan. Это мой педагог, она сделала меня полностью. Это мой постоянный педагог. Вот на протяжении 11 лет она со мной занимается, ставит мой голос, ставит мою жизнь. Она, на самом деле, не только педагог, но еще и как вторая мама. Никита, я так понимаю, что для того, чтобы стартануть, скажем так, да, и начать там, развивать личный, по сути, бренд, нужно сначала обзавестись командой. Что такого нужно пообещать этой команде, чтобы она за тобой вот так вот шла? Замотивировать. Да. Пообещать... А я никому ничего не обещал, на самом-то деле. И в кусты, смотрите-ка. Нет, я не обещал, потому что наобещать можно всего, а потом, знаете, такие обстоятельства могут возникнуть, что человек от тебя ждет чего-то, а ты не можешь, да, отдать. Никита, они просто в тебя поверили. На самом деле, очень важно иметь рядом с собой искренних, добрых, честных и преданных друзей. И у тебя такие есть, Никита, мы отправляемся тебе на нашу импровизированную концертную площадку. Давай презентовать твой новый трек. Ну а мы, Анна Квилори и Татьяна Матусевич, с вами прощаемся. До новых встреч. Никита, тебе удачи. Обязательно послушайте песню Никиты. У него потрясающий голос. Пока. Спасибо. Вижу тебя в каждом сне, глазам своим не веря. Продлевая один миг, я замедляю время. Ищу тебя в чужих глазах и в каждом имени. Воспоминания неповторимые. Ты такая красивая моя, зима моя, отправляю любовь, но птицы все не долетают до тебя. Ты такая красивая моя, заметает все зима моя, оставляю
слова пером пишу курсивом я. Все касания твои и кожа твоя нежная согревала, но внутри ты королева снежная. Как чарами волшебными покрыто твое сердце тонким инеем, и не согреть его я отпустил бы, но ты такая красивая моя, заметает все зимами. Я отправляю любовь, но птицы все не долетают до тебя. Ты такая красивая моя, заметает все зимами. Я оставляю слова пером, пишу курсивом. Такая красивая и заметает всю зимами, но ты так от меня далеко, и боль становится невыносимой. Падает медленно снег, любовь покидает все силы, рвутся бумаги, листы, на которых написано было. Такая красивая, красивая, красивая моя, заметает всю зимами. Ты такая красивая моя, заметает всю зимами, и я отправляю